Западные эксперты оценили стоимость лоукостера «Победа» в 600 миллионов долларов. При инвестициях в объеме 50 миллионов долларов стоимость лоукостера «Победа», по оценкам западных аналитиков, составляет 600 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор Аэрофлота и председатель совета директоров «Победы» Виталий Савельев в интервью ТАСС. Глава Аэрофлота Виталий Савельев впервые назвал оценку дочерней авиакомпании «Победа». «Победа» в 2013 году, «Добролет», кто только не говорил тогда, что это очередная профанация, он в очередной раз придумал какую-то затею, чтобы пропиариться. А «Победа» второй год приносит 3,5 миллиарда чистой прибыли. В этом году она уже нам заплатила, как материнской компании, 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, отметил Виталий Савельев. У компании, по его словам, нулевая долговая нагрузка, она перевозит 5 миллионов пассажиров, средний чек по году составляет 4,5 тысячи рублей. Ее все ругают, но ею все летают. Она растет. Как в дочку, мы должны были вложить в победу где-то 120 миллионов долларов по бизнес-плану. Мы вложили около 50 миллионов долларов. Знаете, сколько стоит сейчас победа, по оценкам западных аналитиков? 600 миллионов долларов. Это установлено математическим методом и методом прямого сравнения с лоукостерами, подчеркнул гендиректор перевозчика. Как отмечает РБК со ссылкой на представителя перевозчика, в первый полный год работы, 2015 год, «Победа» получила чистую прибыль 37,2 миллиона рублей, согласно данным базы «Спарк». В 2016 году этот показатель составил 3,3 миллиарда рублей. По итогам 2017 года чистая прибыль составила 3,5 миллиарда рублей, сообщил представитель «Победы». Аналитик «Атона» Михаил Ганелин назвал оценку «Победы» в 600 миллионов долларов вполне адекватной, это около 10 прибылей компании. Он отметил, что капитализация самых известных мировых лоукостеров Ryanair и EasyJet составляет 12-15 прибылей. Так как «Победа» не публичная, это внутренняя оценка, а сам «Аэрофлот» торгуется как группа по более низким мультипликаторам, отмечает Ганелин. Эксперт считает, что выход «Победы» на фондовый рынок вызвал бы большой интерес у инвесторов. Перейти в «Мою ленту» новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.